Друзья, сегодня шторм, Витязева, купание запрещено. Будьте бдительны, но об этом позже. А сначала я вам хочу рассказать про одно из мест отдыха, в котором шторм вам не помешает. Добрый день, дорогие друзья, из уже солнечного прекрасного Витязева. Сегодня у нас на море шторм, но это не мешает нам показать вам великолепное место для вашего отдыха на первой береговой линии, рядышком с аквапарком, со своей собственной кофейней, шведской линией питания трехразовой. И я вас приглашаю в отель «Коралл». Спасибо вам большое, Юра, мы вас сейчас осмотрим. Спасибо. Отель «Коралл» находится по адресу Золотые Пески, 7. Смотрим сам отель. Здесь есть парковочка перед ним, и основная находится за отелем. Я ее потом вам покажу. С левой стороны у нас ногомойка, и заходим на ресепшн. Добрый день, добро пожаловать в отель «Коралл». Сам ресепшн очень удобный, просторный, работает кондиционер, есть телевизор. С правой стороны от ресепшна имеется своя камера хранения. Есть пурифайер с холодной, горячей водичкой. С левой стороны за углом отеля имеется проход и проезд к бассейну и к парковке. Здесь на углу стоят мопеды, которые вы можете взять в аренду. Это от отеля. Они стоимостью 1500 рублей в сутки. Проходим к бассейну. За отелем подходим уже. На территории нашего отеля есть первый бассейн. 38 метров квадратных. Он с подогревом. Водичка до 30 градусов. И детская маленькая зона 3 метра квадратных. Также вокруг бассейна у нас расположены шезлонги для вашего отдыха. Как я и сказал, парковка очень большая, вмещается очень много машин, парковка закрытая. Вторая зона отдыха с бассейном находится в отеле «Горгипия», куда вы имеете доступ. До туда нам пройти 400 метров. Можно выйти за отель, по параллели прогуляться. Переносимся туда. Мы доходим до отеля «Горгипия», который находится на параллели в тенистой зоне. У нас сегодня здесь много людей гуляет. И пойдем посмотрим, как выглядит дополнительная зона отдыха, на которую вы можете приходить. Здесь на входе имеется грин-бар, в котором тоже очень много людей отдыхает. И зона релакса. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, наверное, самая великолепная зона отдыха Витязева с большущим бассейном, зонтиками, лежаками, лавандой. Вот такая красота, дорогие друзья. Территория нашего второго корпуса «Горгипия». Здесь бассейн для наших гостей 150 метров квадратных. Взрослая зона и также детская зона 25 метров квадратных удовольствия. Также по периметру расположены шезлонги для вашего комфортного отдыха и, конечно же, цветущая лаванда. Здесь у нас проводятся анимационные программы и вечером показываем кино для всей семьи. Для ваших деток у нас детская площадка. Также отель «Горгипия» у нас есть на обзоре. Можете посмотреть полностью про его бунгало, номера, расстояние до моря, все остальное. Ну, а я вам желаю отличного отдыха. А теперь давайте посмотрим, как выглядит шведская линия. На первом этаже находится шведская линия. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит обед в отеле «Коралл». Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь мы можем увидеть, что есть очень удобные кресла, столы красивые и даже вот такие вот мебельные уголки. Есть стульчики для кормления детей, сам зал под кондиционером находится, прохладно, хорошо и комфортно. И давайте посмотрим наименование. Добро пожаловать на нашу шведскую линию отеля «Коралл». Здесь для вас представлены фрукты, свежая выпечка, пицца. Здесь у нас холодные закуски. Вы можете наблюдать колбасную нарезку, сырную, свежую зелень, также салаты, легкие и заправленные майонезом. У нас напитки, кефир, йогурт, молоко. Сухие завтраки. Три вида первых. Это у нас сегодня суп грибной, солянка и, конечно же, бульон для самых маленьких гостей. Четыре вида горячих и четыре вида гарнира. Сегодня это рыба из-под маринада, картофельный гратен в сливочном соусе, фрикасе с курицей и грибами, гречка, также свиные ребра в соусе барбекю, цветная капуста, котлеты особые, свино-говяжий фарш, макароны. Конечно же, хлеб, прохладительные напитки, это водичка, сок, компот, чайная станция и, конечно же, кофе из кофемашины. Я вам предлагаю пройти на шведскую линию и продегустировать питание. Здесь уже пришли все гости и наслаждаются вкусной едой. Я уже говорил, если вы смотрели внимательно камерой, туда, что я очень хочу. Оксана подошла и смотрит внимательно, чего же она хочет сегодня поесть. Это наши дорогие подписчики, они нам оставили уже даже свой отзыв. Им тоже приятного аппетита. Чуть-чуть салатика с морской капустой, соляночка, два вида салата, греческий второй и рыбушки с цветной капустой. Оксана, цветная капуста, фрикасе. Ну, как-то мало. Все-таки она решила и пошла еще за первым блюдом. Тестируем соляночку. Несколько видов колбасок, огурчик, вкусненько. Бульон насыщенный. Оливочка тоже присутствует. Оксана, как тебе соляночка? Очень вкусная.
тоже очень понравилось, новый рецепт. Пробуем салатик, колбаски кайфовые, также греческий салат. Овощи свежие, а самое главное, вкусный сыр. Для меня это самое важное в греческом салате. Рыбочки просто восхитительные. Я уже одно съел, мяско просто отваривается. Вкуснейшее. Оксана съела абсолютно все. Как тебе? Вкусно. Это самое главное. Я все добиваю кофеечком и чуть-чуть сладости. Надо же попробовать, насколько они здесь вкусные. Мы находимся на третьем этаже. Смотрим с вами номер 304. Это номер двухместный, улучшенный. Здесь при входе вставляется карта для освещения. С левой стороны имеется место, куда повесить ваши вещи. Сумочница, в ней находятся тапочки. Номер сам по себе просторный. Имеет двухспальную кровать с изголовьем. С правой стороны стол, в котором находится холодильник. На столе возле шкафа имеется набор посуды. И, как я и сказал, холодильник внутри. Здесь имеется место для хранения. Правая сторона – это для верхней одежды. С левой стороны расположено дополнительное одеяло, сейф и полотен. Возле кровати у нас находятся две прикроватные тумбочки и бра. С левой стороны телевизор, стол и стул. Выходим на балкон. Балконы здесь широкие. Можете обратить на это внимание. Есть стол, три стула, место, где повесить ваши вещи, вид на море, наш аквапарк. На втором этаже имеются еще большие балконы, их называют террасами. То есть можете увидеть, как на них сейчас отдыхают люди. То есть они все заняты, к сожалению, мы их показать вам не можем. Номера примерно такие же, как вы будете видеть в этом обзоре, но с улучшенной террасой. В номере имеется просторный санузел. Здесь душевая зона, унитаз, раковина, фен и большое зеркало. Набор мыльных принадлежностей присутствует. Над входом номер имеется сплит-система. Стоимость данного номера на данный период составляет 13 400 рублей. Третий этаж. Смотрим номер трехместный с дополнительным местом и видом на море. Заходим. Доступ по картам. Включаем освещение. С левой стороны место для верхней одежды, сумочница и тапочки. Правая сторона шкафа – это одеяло, сейф, полотенце. С левой стороны место для верхней одежды и две полки. Далее проходим в номер. Здесь номер еще больше. Имеется двухспальная кровать, односпальная, две прикроватные тумбочки, бра. С левой стороны дополнительное место в виде кресла раскладывающееся. Есть телевизор, стол с холодильником внутри и набором необходимой вам посуды. Из номера выход на балкон. На балконе у нас сушилка. С правой стороны есть стол и два стула. И шикарный вид на наше прекрасное море и аквапарк. Снизу, как я вам и говорил, шикарные террасы в номерах на втором этаже. В номере есть свой санузел. С левой стороны душевая зона с набором мыльных принадлежностей и тропическим душем. С правой стороны от нее унитаз, раковина, фен и зеркало. Стоимость номера для троих гостей с видом на море на данный момент с учетом трехразового питания составляет 16 600 рублей. На каждом этаже стоит purifier с четырьмя степенями очистки воды. Холодная и горячая вода всегда в доступе. Перемещение по этажам происходит при помощи таких вот красивейших лесенок. Здесь есть антискользящее покрытие. Сами лестницы удобные, под 47 размер ноги, идеально, с небольшим подступком. На первом этаже имеется гладильная доска с утюгом. Сейчас мы с вами посмотрим на втором этаже двухкомнатный номер люкс. Вставляем карточку, включается освещение. С левой стороны при входе у нас зеркало. По прямой имеется место для верхней одежды. Снизу сумочница с тапочками. В правой стороне у нас первая комната. Она отделена дверью. Имеется дополнительное место. Поворачиваем камеру и видим у нас стол со стулом. С правой стороны еще один стол. Над ним телевизор с набором посуды. Внутри имеется холодильник. Здесь у нас разложенный большой диван, как спальное место. И рядышком бра прикроватная тумбочка. С этого номера есть выход на свой собственный балкон с видом на бассейн. На балконе имеется стол и два стула, также место, где посушить ваши вещи. Напротив балкона имеется своя сплит-система. Смотрим следующую комнату. Она тоже у нас отделена дверью. Здесь большая двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, над ними бра. Напротив кровати имеется место для хранения. С левой стороны отдел для верхней одежды. С правой стороны стандартное наполнение. Это сейф, полотенце. С левой стороны от шкафа стол, над ним телевизор со стулом. И еще один шкаф. В этом шкафу у нас халаты и дополнительное одеяло. С этого номера мы также можем выйти на балкон. Балкон выходит также на бассейн.
место для сушки одежды и стул. Рядышком на балконе у вас нету соседей ни с той, ни с той стороны. Это, я думаю, будет важно. В этом номере раздельный санузел. То есть для людей, кто приезжает в большой компании, будет важно. Здесь отдельно инсталляция с гигиеническим душем, а по прямой у нас душевая зона. Очень большое пространство для помывки с набором всей нужной вам косметики и душем тропическим. С левой стороны зеркало и столешница с раковиной. Также имеется фен. Стоимость двухкомнатного номера люкс для четверых гостей составит 24 550 рублей. Данная стоимость с учетом трехразового питания, шезлонгов на пляже, парковки, анимационной программы и двух бассейнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Дмитрий. Yes. Откуда вы к нам приехали? Из Смоленска. Как вам у нас в Витязево отдыхается? Отлично, мы ездим практически каждый год к вам в Витязево. Прекрасно. А отель сам, Коралл, как вам? Очень хорошо, все красиво, да, и еда вкусная, и пляж хороший, и место расположения тоже хорошее. Прям рядышком первая линия. Да, спасибо большое, вам отличного отдыха. Спасибо. Как говорится, самое главное будет хорошая погода, а не как сегодня шторм. Да, такая погода тоже иногда хорошо, да. Теперь мы отправимся в шторм на пляж, ребята. Покажу собственный пляж отеля «Коралл». Перед тем, как туда отправимся, возьмем кофе с собой в их кофейне. Она очень уютная, мне здесь нравится. Мы в прошлом году здесь приходили, ели очень вкусно. Здесь сейчас представлены разнообразные десерты. Помимо напитков, вы можете прийти, взять с собой что-то вкусненькое. А также кофейные напитки, холодный кофе, фреши, детское меню и добавки. Также можно прийти позавтракать сюда. Доступ абсолютно для всех, именно в кофейню. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо большое. В этот момент Оксана у нас уже дегустирует вкусняшку. То есть после обеда она решила размяться вкуснейшим десертом, который называется Сникерс. Как тебе? А напиток у нее не кофе, а вкуснейший классический лимонад. Как всегда, Оксана все не съела, и толстею за нее я. И орешки вкусные. И начинка, сам бисквит просто восхитительная. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда, откуда вы приехали? Из Тулы. Из Тулы, мне привезли подарок от кого? От внука моего, подарок из Тулы. У меня давно таких подарков не было, от души Стереженька. Просто. Евгений, от души спасибо огромнейшее, встретились и подарочек мне передали. Обещаю его съесть, и я 100% растолстею, прям уверен с этого. Как вам отдыхается? Хорошо. Сегодня шторм вас напугал, нет? Конечно, пугал. Не пошли купаться. Там не пролезешь. Дорогие мои, до моря тут крайне близко, буквально 7 минут прогулочным шагом расстояние до пляжа. Отправляемся вместе с вами и с вкуснейшими напитками от кофейни «Коралл». Купак работает. Хорошее подспорье для тех, кто сегодня хочет купаться, но шторм мешает. Аквапарк «Олимпия» сегодня также работает с 10 до 6 вечера. Взрослые 2000, детские 1200, вода плюс 25, воздух плюс 27. Жаричка, дорогие мои. И по тенистой аллее вдоль забора аквапарка с озеленением, с хорошим, мы проходим до его конца. Здесь люди уже едят, обеденное время, и довольно-таки много народу там купается, катается на горках. Если что, друзья мои, обзор на аквапарк у меня на канале есть. Набирайте «Аквапарк Олимпия Азаровский», смотрите. Мы выходим на пляж, набегает тучка, здесь становится прям прекрасно. Какой Ого! Там шторм. Ого! Огонь. Здесь переодевалочки, также есть мусор. Здесь перед пляжем санаторий «Аквамарин» мы по традиции поворачиваем направо и идем на пляж «Коралла». За пляжиком «Аквамарин» проходим еще один заборчик и здесь поворачиваем уже непосредственно к морю. Доходим до шатра и за ним буквально сразу будет пляж. Мы дошли совсем рядышком с этим вот павильончиком. Есть пляж «Коралла». Здесь вот эти все лежаки, тут есть туалет, душ, переодевалочки. То есть сейчас, видите, настил убрали, потому что волны на море доходят аж до сюда. В общем, свой пляж – это круто, не надо платить за лежаки, это уже все включено.